Всем привет! Сегодня вышло обновление 1.10. Добавилось в нем новое оборудование. Изменилась вся система внешнего вида в ангаре. Давайте разберем, что как, где, почему. Первый приятный фактор, который появился, это добавился процент боновому оборудованию. То есть, если раньше, допустим, вентиль давал плюс 7,5% прироста, вентилятор плюс 12,5%, то теперь это все на 1% больше стало. И стало теперь вместо 12,5%, допустим, заряжания, стало 13,5%. Это первый момент. Дальше. Второй момент. Изменился интерфейс. То есть, сейчас зачем-то все теперь сделалось по отдельности, оборудование по отдельности, боекомплект по отдельности, снаряжение отдельно и ремонт отдельно. Если вы будете, как обычно, нажимать туда эту кнопку, у вас выскочит только один ремонт. Пополнять снаряды и изменять боекомплект можно, нажимая на окно этих снарядов. Здесь вы уже выбираете, или ползунок двигаете, или плюс-минус нажимаете, как вам удобно. И там жмете применить и выходите. Так, он у меня на чем поменялся, что ли? Ладно, потом разберусь. Дальше, второй момент. Второй момент. Это появились слоты. Слоты для каждой техники. У СТ-шек это слот на мобильность, видите, с таким значком. У тяжей это слот на живучесть. Ну и так далее, допустим. Ну и у каждой техники, давайте какую-нибудь ПТ-шку, допустим, найдем. Где у меня ПТ-шка? Вот. У ПТ-шки на огневую мощь слот появился. То есть у каждого типа техники появился свой слот. Что это такое? Что это такое слоты и вообще с чем его едят? Слот у каждой техники это такая вещь, на которую при установке на которой обычного оборудования будет даваться повышенный плюс ему. Смотрите, сейчас у меня стоит оборудка, вентиль, в слоте на живучесть, да, то есть в правильном слоте. Но если я, она дает 6% мне, потому что я ее загнал в правильный слот. Сейчас чуть позже расскажу, как оборудку смотреть по слотам правильным. Видите, если я ее переведу в другой слот, у меня процент потеряется, у меня останется плюс 5. Теперь, как выбирать под слот выбирать оборудку. У вас здесь висит значок оборудки. В данном случае это кубик. Сверху у вас фильтр по оборудованию. То есть, нажимая каждый из этих фильтров, любой, вы можете смотреть определенное оборудование. Можете вообще без фильтров смотреть. Если вы не выберете ни один фильтр, у вас будет подсвечено все оборудование. Вы можете смотреть и выбирать как хотите. У каждого оборудования слева в углу вверху нарисованы его значки. Вот они. В данный момент у меня у машины плюсовой слот, да, который будет давать мне еще плюс, это на живучесть. Соответственно, выбираем слот на живучесть. И видим, что из всего оборудования только 4 подходят в этот слот. Помещаем сюда вентилятор. Все, и сохраняем, и закрываем. У меня здесь кнопочка, если бы у меня здесь не было его, я бы нажал кнопочку сохранить. Самый главный момент, который я еще хочу упомянуть. Это про боновое оборудование и про перемещение оборудования. Второй момент, смотрите. Любое оборудование, нажав, вот зайдя в это окно оборудования, вы можете перемещать как угодно, куда угодно, по вашему желанию, абсолютно. И это все будет бесплатно. Не нужно тратить ни боны на демонтаж оборудования, чтобы загонять в новый слот.
Не нужно тратить золото на перемещение оборудования. Просто заходите в оборудование и перемещаете его как хотите, куда хотите. Хоть правой кнопкой мыши нажимаете переместить слот номер 3 там, или в 2, куда вам хочется. Или просто мышкой перетягиваете в нужный слот. Но ни в коем случае не используйте для этого золото или боны для того, чтобы снять оборудование и потом его заново переставить в нужный слот. Такого делать не надо. Еще раз покажу, допустим, давайте смотреть. Вот опять же, у меня СТ-шка, да, Лора. У ней слот бонусный на мобильность. На мобильность. Выбираем этот слот, он подсвечивается, то есть на него щелкаем. Выбираем штатное оборудование. Мы видим, какое оборудование можно сюда поставить. Вентилятор. Я ставлю вентилятор. Все, у меня плюс 6. Опять напоминаю, что вот слева от каждого оборудования здесь нарисован его тип. Для бонового оборудования, и напоследок скажу, что для бонового оборудования ничего, никакие слоты не действуют абсолютно. Вот, допустим, какая у меня боновая машина есть? 900, где у меня? Нет, не 907 у меня. Да, 907 это мой Елс, вот он. Вот, для бонового оборудования, смотрите, вот эти слоты бонусные, они не действуют, они бонусы не дают для него. То есть боновое оборудование и плюс трофейное, оно само по себе. Вы бонус дополнительный от нужного слота не получите. То есть, вот смотрите, у меня здесь стоит, допустим, вентиль, казалось бы, да? Если я сейчас перемещу, у меня уменьшится все. У меня уменьшится КД, у меня уменьшится видение, разброс уменьшится. Но я его перемещаю, как цифры были, так они все цифры так и остались. То есть боновое оборудование вы можете перемещать как угодно, куда угодно. И это ни на что не влияет. Бонусный слот не влияет на боновое оборудование. А его и так апнули на плюс 1%. На плюс 1%. Вот такие вот изменения. Всем удачи в компоновке ваших машин. Не тратьте лишнего. Всем пока.